First of all, congratulations on third place. How do you feel today? Ну, прежде всего, поздравления с третьим местом. Как вы себя сегодня чувствуете? Ну, спасибо, конечно, большое за поздравления, хотя, на мой взгляд, пока не с чем. Ну вот, конечно, да, бронзовая медаль, все-таки, как-никак, на дебютном чемпионате мира это хорошо, но моя команда ждала от меня большего, то есть... Thank you very much for congratulations. So, but I don't think I have a lot to congratulate. The third place is a very nice result for me because it's my debut, it's my first championships. So, but my team expected more from me. And what were some of the obstacles that you faced today? Были какие-то препятствия, которые вам помешали сегодня? Какие-то причины, которые помешали вам сегодня победить? Ну, скидывать на причины, как бы, это немного непрофессионально, то есть в своем поражении виноват я сам. Okay, I actually do not consider it professional to blame obstacles. It was my fault. Хотелось бы, конечно, победить, но спортсмен Узбекистана был очень опытный, тем более он находится в топе, там, на первом месте мирового рейтинга, поэтому я надеюсь увидеться с ним еще раз и взять у него реванш. So, of course, I wanted to win very much. So, but my rival from Uzbekistan, so he was very experienced and he is in top rating. And I wish to meet him again, so, and to fight with him again. What is next for you in your career? Ну, летом будут проводиться европейские игры, где я надеюсь попасть опять в призы, возможно, взять золотую медаль. А дальше будет серия Гран-при, но в 16 году уже Олимпийские игры на Рио-де-Жанейро, и там мы надеемся тоже выступить. So in summer we'll have European championships, and I hope to get the prize there, maybe to win the gold medal. So then we will have championships again, and after that we will have Olympic Games in Rio. Thank you very much. Спасибо большое.